Все знают, что дамам посвящено большое количество праздников, и мы их можем перечислить. Но мало кто знает, что 11 октября, совсем недавно, с 2012 года, отмечается Международный день девочек. Для каждого мужчины вдохновением является женщина, которую он боготворит. Поэты посвящали и посвящают свои стихи. Художники пишут им картины, композитор – прекрасное музыкальное произведение. 11 октября празднуют День девочек. Кажется, очень странный праздник. Зачем он? Дело в том, что женщина занимает особое место в мире людей. Она – лучший хранитель очага. С нее начинается все хорошее. Любовь, доброта, продолжение рода. Чтобы она была такой, нужно с детства воспитывать в ней эти качества. День девочек – это день, когда нам напоминают, что девочки – это будущие мамы, уютные и мягкие. Девочки – это загадочные создания, которые чарят своей красотой, умом и нежностью. Но с чего на самом деле сделаны девочки? Во-первых, девочки сделаны из любви и заботы. Во-вторых, девочки сделаны из талантов и умений. В-третьих, девочки сделаны из стойкости и мудрости. Они уникальны, кажутся своими особенностями и причудами. Важно помнить, что каждая девочка заслуживает любви, уважения, заботы и поддержки. Девочки, девчонки, девушки, все они разные. Веселые, тихие, шалуньи. В моем понимании, девочка – это олицетворение аккуратности, нежности и красоты. Они нам даны для того, чтобы мы были в их окружении лучше, ведь красота делает нас лучше. Несмотря на то, что на протяжении всей истории представительницы прекрасного пола сталкивались с дискриминацией и барьерами, они проявляли упорство и боролись за равенство и справедливость. Когда мы смотрим в будущее, важно признавать и отмечать важную роль, которую они сыграли в формировании нашего мира, и продолжать поддерживать их и расширять возможности для полной реализации их потенциала. Девчонки созданы для того, чтобы мы их защищали, совершали ради них поступки, которые проявляют в нас мужчин. Так в их присутствии мы становимся сильнее, и в нас начинает появляться мужественное начало. А еще и если девочки обладают качествами, как аккуратность и красота, да в общем все девочки обладают таким качеством. Какая она, современная девочка? Вроде бы должна быть талантливой, умной, общительной, а главное – доброй. Но современные девочки не всегда отвечают такими требованиями. Обычно их разноцветные волосы, нарощенные ногти, и это нам не нравится. Я хочу поздравить всех девчонок Саянска с этим праздником. День девочек ежегодно отмечают не только 8 марта, но и 11 октября. Хочу поздравить всех девочек с международным праздником. Желаю им быть счастливыми, веселыми, бдительными. Желаю им необычайной красоты и счастливой улыбки. Желаю во всех начинаниях и стремлениях хорошего успеха. В календаре много женских праздников. 26 ноября – День матери, в апреле – День сестры, а в марте – женский день. А наши юные принцессы 11 октября отмечают Международный день девочек. И это правильно, ведь все начинается с женщин. Жизнь, доброта, любовь. Пусть будет много женских праздников, чтобы было много счастья и добра. С праздником вас, девчонки, можете на нас рассчитывать. Роль представительниц прекрасного пола в формировании истории часто упускалась из виду или преуменьшалась. Несмотря на это, они сыграли решающую роль в формировании мира, в котором мы живем сегодня. Они были первопроходцами, активистками, лидерами, инноваторами в бесчисленных областях и оказали неизгладимое влияние на наше общество и культуру.